Всем привет, друзья! Это Туманов Плей, с вами я, Владимир, и мы идем, продолжаем играть в Uncharted вторую часть. Сейчас, так сказать, мы с Флинтом идем на пролом и пытаемся попасть через башню, короче, куда-то туда, ну, в это здание. Идем. Флинт уже, вон, прыгает вовсю, а я за ним еле-еле ползу. Давай. Ну, по трубам это я научился ползать, поэтому... А когда это было? Поэтому ползем. Флинт, подожди меня. Постой. Здесь тупик. Мы, наверное, не туда свернули. Эй, нифига не тупик, понял, что? Это путь прямо в котельную. А это уже музей. Эй, да, Флинн, круто. Что? Эй, да, Флинн. О чем ты? Просто подсади меня. Подсади давай быстрее. Нам надо попасть в музей, в общем. Поехали. Оп. Спасибо. Ну, а дальше понятно, все по камушкам, по камушкам. Храбрецам у нас дорога. Флинн, давай не отставай, быстро за мной ползи. Поехали. Порядок. Это мы в котельной. Ну куда туда, вот наверх, походу, надо. Давай опять подсади. Дотянись до лестницы. Так, ладно. Теперь я тебя подсажу. Ну быстрее, давай. Да. Флинн, давай, надо шустро, ты же знаешь там. Тем более Хлоя нас там ждет вот, где-то. Я сбросил тебе лестницу. А чё он не цепляется? Ну-ка. А, вот все. Так, ты куда там полез-то? Подожди меня. Так, здесь можно пройти во двор. Ага. Ну пошли пройдем тогда, чё. Так, этим путем мы не пойдем, если не хотим свариться заживо. Горячо, однако. Да. Так, ну давай и думать, куда дальше. Вот лестница клапан. Же. Ну так поищи его. Ну вот сейчас мы уберем этот горячий пар или что там идет. И все, и пройдем, готово. Подожди, Флинн куда делся? Флинн, ты внизу там? Нет, конечно нет. А куда? Подожди, вот здесь что ли прыгнуть надо? Или просто перепрыгнуть? А, вот, наверное, цепануться. Сюда? Да, давай, давай, раскачка. Эй, куда ты, куда ты? Когда Флинн успел уже так быстро убежать, а? А, вот он стоит. Вот нам приходится-то лазить по всяким этим трубам, да, котельным по всяким. Ну ладно, зато у нас есть миссия укрыться, давай там укрыться. Турецкий музей, так сказать, попасть в него и забрать сокровища, тут похоже. Тут за углом должна быть дверь. Тут мы и войдем. Когда войдем, строго следуем плану, ясно? Пойдем. Скучал по приключениям. Конечно, чё же не скучал-то, блин. Давно ли это было, да, наши приключения? Чё стоишь-то, погнали? Погнали, Флинн, ты чё, блин, не тупи, пацан, братан. Братан-пацан, пошли. А, заперто. Заперто. Как знал, что понадобится. Я умею ковыряться не только в носу. Тебе чё, и отмычка даже есть? Сигнализация. Вроде раньше её не было.
Класс. И что теперь? Можно отключить, если найти распределительную коробку. Давай посмотрим просто, куда провода идут, да и все. Вон они куда-то туда идут. Эй, подожди, а чё я... Я дальше-то не вижу, куда идут. Куда-то сюда. Тут нету? Вот, наверное, да, вот и все. Делов-то, открывай давай быстрей. Вот должно сработать. Пробуй, Флинн, давай, открывай. Мы на месте. Давай по-тихому будем, потому что они могут нас увидеть. Я сам. Так. А, вот, все. Все, что ли, вырубил? Ты че такой бесстрашный, так просто идешь? Надо тихонечко, видишь, иначе, блин, так не пройти нам. Вон башня. Да. Ну вот нам туда надо попасть. Через крышу, а до нее еще надо добраться. Надо пройти в соседний двор, через вон те ворота. Тогда идем. Да подожди меня. Ты где? Блин, чё он такой резкий, а? А, вот он сидит, всё. Во! Вот это я понимаю, погнали. Бымс. Надо подняться на балкон. Можно перелезть через ворота. Понял. Тут опять может сигнализация быть. Хотя не, вроде все нормально. Нам, в принципе, туда и не надо. Опа. Черт. Второй гад. Haklısın abi. Hiçbir şey olmuyor. Bazen o kadar canım sıkılıyor ki uyanık kalmakta zorluk çekiyorum. Че, как будем действовать-то, а? Ну, давай ты одного бери, я второго. Вот так, быстренько, и второго. Че, я со всеми, что ли, справился? Ты че стоял-то, вообще ничего не делал? Еще толпа идет. Вон еще один стоит, еще двое прутся. Давай, надо сначала одного вот этого. Чего ты ждешь? А че, в смысле, че ждешь? Я направо, ты налево. Ну давай, я налево, ладно. Мне самое сложное, как обычно, блин. Так, все, этот спит. А дальше что? Ой, как я оказался тут, а? Ладно, все. Надеюсь, Флинн там справится с другим. Или мне опять тоже? А, нет, все нормально, да, молодец. Надо будет поднять их и проскочить. Эй, эй, не спеши. Сигнализация. Опять сигналка. Да что такое-то, а? Отключишь ее? Жди здесь. Ну, конечно, опять я все делаю, да? Заколебал, ладно. Ну давай, Дрейк, чуть-чуть надо нам проползти. Куда провода? А, вот и коробка уже, смотри.
распред коробка. Ну, выключай все быстро и погнали. Ворота открывай. Отключил. Флинн, давай побыстрее. Че? Я уже все отключил. Ну и че? Ладно. Раз, два, три. Давай. Ну как? Как я должен пролезть? Скорее. Нормально. Давай. Ворота-то тяжеленные, блин. Держи крепче. Все, пойдет. По-тихому такие просочились, да? Ладно, главное, чтобы турков здесь не было поблизости. А если и будут, мы с ними расправимся. Теперь надо пересечь двор и влезть на крышу. Ладно, хочешь надрать им задницу, я не против. Конечно. К фонтану. К фонтану. Так, ну давай, давай. Ой. Не, погоди, а нафига я спрыгнул-то как-то так неудачно? Ольга, перебак! В смысле, чё? Давай, без всякой тревоги. Тревога включилась, не прошли. Так, давай, надо как-то аккуратно было это сделать. Давай здесь проползем. Чё, значит, не с той стороны я просто начал. Вот, пока вот этот сейчас отвлекается. Блин. Так, ладно, а как? Ну давай просто давай просто тогда пробегу. Не буду никого трогать пока. Сейчас проползем вот здесь мимо фонтанчика, и все нормально будет. Где Флинн? А, он уже там вырубает, короче, всех, прикинь. Во, вот этого сейчас уберем, смотри. А, кто-то заметил. А кто заметил? Ладно, надо еще раз, аккуратненько. Кто-то нас впалил. Флинн, давай его убирай, а. Бамс. Черт. Да как так-то, а? К фонтану. Давай, значит, братан, не торопись, так быстро не надо. А, вот он стоит, да я его сейчас сам сниму. Вон тот нас впалил. Черт. В общем, надо этого сразу снять, потом того. А потом уже не торопясь, так сказать. А в этот раз нету его здесь, прикинь. А, вот он стоит. Не заметил. Прикинь, не заметил. Так, чё, тихо вроде получилось, да? Ага. И как дальше? Не, если я сейчас вылезу, вот этот нас заметит по-любому. Этот заметит. А если этого будем снимать, то он тот заметит дальше, который стоит, вон тот. Так, и чё делать-то тогда? Флинн, ты бы так не рисковал, я бы тебе сказал, а? Давай быстрее тогда, залезаем, этого убьем. Бей. А, все, бей. Этого тоже. Может, не заметят, а? Все, тишина, тихо. Давай. Теперь надо придумать, как добраться до окна.
Какого окна? Тут много окон. Вон то окно, блин. Чё неясного-то? Только давай быстрее, пока нас не заметили. Ну, подвинься. Ну, вроде нормально, четко получается. Все. Сейчас залезу за тобой, Флин. Подожди меня. Подожди, без меня не уходи, братан. Все. Все будет хорошо. Черт. Что теперь? Полковник Кольт уравняет права. Гениально. Пушки? Ты рехнулся? Расслабься, всего лишь транквилизаторы. Совершенно безвредны. Твоя совесть будет абсолютно чиста. Ну ладно, раз транквилизатор, то давай. Так, теперь слушай меня. Дальность стрельбы у них не фонтан, так что бить надо в упор. Ты понял меня? Я умею стрелять, умник. Ладно. Ладно, давай займемся ими. В упор, ну давай в упор. Вот он, кстати, в упор. Есть. Давай этого теперь. Давай другого бери тоже на себя. Флин. Ладно, я справился. Нам надо на ту площадку. А как туда залезть? Должно помочь. А, во. Слушай, почему телега такая тяжелая? О, это пойдет. Тяжелая, конечно, металлическую телегу взяли, здоровую такую. Давай, братан, залезли, быстро, все, надо все быстро делать. И что дальше? Влезем на крышу по тем стропилам, если доберемся до них. Хоть кто-то из нас запасливый. Лови. Так, ща, погоди. Так, что в итоге, на что надо наступить-то, куда ползти? А, вот, веревочка есть. Видал, все просто, оказывается. Для нас все подготовили. Или это ты зацепил? Ладно, пойдет. Вау. Все, спи, братан. Дальше-то куда, ё-моё? Да что ты руки поднял, никого нету. Я уж со всеми разобрался, пока ты там разворачивался. Давай. Ладно, ладно, иду. В следующий раз я поеду на лифте. Так, и что ты предлагаешь-то? Я не пойму. Мне что, прыгать что ли надо? А если я упаду? Не, нормально. И куда? Наверное, сюда, да? Ладно, давай еще прыжок. Получилось, получилось. Давай-ка я здесь побегаю, посмотрю, что тут есть наверху. Ну, особо ничего. Давай, короче, двигай ко мне сюда. Во, мы на крышу вылезли с тобой. Пошли. Сейчас в музей проникнем. Так, вот башня. Совсем недалеко. Это я и сам понял, умник. Совсем недалеко. И куда, блин, куда вы хотите, чтобы я пошел? Вот здесь куда-то... А, вон он уже там. Нифига себе прыганул.
Не смотреть вниз. Давай аккуратно, Флинн. Нам надо... Ой-ой-ой-ой-ой. Сам сказал аккуратно, сам улетел куда-то. Не, а как он так прошел-то, а? А, прижаться... Фу ты, я не ту кнопку нажал, короче. Нолик нажал, улетел вниз. Давай еще раз. Чувак даже нас не заметил. Вот здесь надо прижаться, все, и ползти быстренько вот так. Чук-чук-чук-чук-чук. Высоко, однако. Не хотелось бы шлепнуться отсюда. Давай. Аккуратно. Иду, иду, давай, я что думаешь? Я не тормозю. Оп. Да что ты, он, главное, нормально прыгнул, а у меня что-то оторвалось. Держу меня. Толстеешь, приятель. Че, чуть не впалили, да? Чуть не сорвался. Можешь забыть о пончиках. Толстеешь, блин. Ничего не толстеешь, нормально все. Дальше куда? Все, вниз. Ага. Так, ну туда нельзя падать надо. О, цепляй веревочку свою, погнали. Еще раз. Лезь наверх. А ты что, лезь наверх? Сейчас раскачаемся, и вон туда надо прыгнуть. Я следом. Как обычно. А, следом, ну давай, давай, давай. Побыстрей только давай. Я-то уже вон как быстро ползу. Куда дальше? Тобой охранник, охранник. О! Так, минус один. Флинн, давай быстрее залезай. Я тут уже видел, что с охранником справился. Вот это надо электричество выключить. Прожектора, он же говорил прожектора выключить. Да, классный вид. Я вижу твой дом. Не стой на месте. О, видок правда классный вообще. Ладно, хорош любоваться видом. Лезем дальше на башню. Не понял, здесь куда? Здесь никуда. Поползли дальше, значит, туда. В смысле, что застопорилось? Что не так? Давай еще раз попробуем. Я не понял просто, почему я не смог пройти тут. Может, тут замок какой или что? А, вот, все, увидел. Вот, вот куда надо. Все. Все было просто, оказывается. Точно, под тобой охранник. А этого надо усыпить. Я чё? А, попал, все нормально. Я думал, не попал по нему. Почти на месте. Почти уже до башни добрались. Давай быстрей. Хлоя справится, не сомневайся. Вау! Вот это я по крышам лазить люблю. Иди сюда. Че, никого нету? Ну все, идем. Вот мы уже у башни. Черт, пока башня освещена, ближе мы не подберемся. Что она там делает? Давай, Хлоя. О, хорошо. Видишь, какая Хлоя, молодец. Умница моя. Пока мы тут лазили, она пробралась и отключила свет, вообще четкая. Чё хочешь теперь? А, он сейчас откроет замок, давай быстрее открывай. Дрейк, чё тебя, колбасит что ли? Чё-то не пойму, как там двигаться. Можем идти, давай. Чё-то медленный, Флинн. Надо раз, 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 все, пробрались. Прелесть.
После меня, блин. Поехали, давай. Нам надо лампу вот эту забрать. Ага, вот она. В ней что-то Марко Поло спрятал, поэтому мы сейчас узнаем, что внутри. Она взвоет. Достаточно просто коснуться стекла. Спокойствие. Воля. Отлично. Забрали, отлично. Это точно та самая? Есть только один способ выяснить. Прости, Марко. Разобьет сейчас. И ничего там нету. Нет, есть, смотри, чё. Карта, походу, да? Черт. Черт, ничего не видно. Я бы выразился иначе. И все? Ни хрена ж не видно. А это чё? Свет великого хана. Какие-то камушки. Погоди-ка. Погоди, сейчас Дрейк разберется, что-то с ними сделать надо. Это смола. Она горит. И? Дай зажигалку. Думаешь, стоит делать это здесь? Давай. Ничего себе смола. Покажи-ка. Ой, классно как, а? Огромная волна выбросила корабли в сердце джунглей Явы. Значит, это было цунами. Да, где-то на западе Борнео. Область поиска сужается. Смотри. Наверняка они оказались неподалеку вот от этой горы. Найдем эту гору, найдем корабли. Ты молодец. Подожди, это не все. Так, будто бы сам океан стремился исторгнуть ужасную ношу, что мы везли из Шамбалы. Проклятие Чинтамани. Ты что-нибудь понял? Шамбала. Боже, Флинн! Что? Марко Поло нашел Шамбалу. Шангрила. Шутишь? Ты о чем? Да. Если они везли Чинтамани, то камень еще там. Это очень увлекательно, но пора бежать. Да, я иду. Что ты делаешь? В смысле? Прости, друг. Здесь наши пути расходятся. Стой, Флинн. Ты что, охренел, что ли? Да, какой-то был. Только я решил его изменить. Хватит, бросай веревку, придурок. Ну да, конечно. Ты у нас самый умный. Только упустил из виду одну деталь. Правда? Партнер. Ах ты, что, сволочь, а? Нет, просто устраню с дороги на время. Черт. Ты думаешь, я не знал про корабли с самого начала? Любой школьник догадался бы. Флинн, слушай. Открой глаза. Тебя надули. Козел, а? А-а, не спеши. Сначала познакомься с охраной. Ну все, мой выход. Так, а что мне-то теперь делать? Надо как-то свалить тоже отсюда. Вот тебе надо. Вот так тебе и капец. Подстава получилась. Ой-ой-ой-ой-ой, все. А, ну надо свалить, надо бежать от них просто, и все. Куда только? Буду кувыркаться, а что делать-то? Нет, вы че? Я куда-то что-то, куда-то бегу вниз. Во, нормально, здесь получилось. Так, думай. В окно. Ты думай. Канализация, во, повезло. Есть, вот он. Блин, мне повезло, хоть в каналюгу прыгнул. Но они меня сейчас будут из каналюги вытаскивать. Вон они уже бегут. Фу, вонище-то какая. Ой, и здесь, смотри, они как они уже так здесь быстро оказались-то? О, сокровище было там. Давай заодно забрали. Первое сокровище нашли, прикинь. Отвалите, а. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну здесь их, наверное, нету уже, а. Ну, Флинн, а. Вот сволочь, а. До новых встреч.
еще, где я вылез? Да капец, все-таки поймали, прикинь. Спасибо тебе, дружочек, так сказать. Изведу одну крошечную деталь. 3 месяца спустя. Открой глаза, тебя надули. Серьезно? Эй, кто там? Проваливайте, я занят. Какая жалость. Опа. Салли. Салли, здорово, братан. Как же я рад тебя видеть. Как твои дела? Дела лучше некуда. Дал. Кое-кому на лапу. На это ушли все твои деньги. И немало моих. Однако... Ну ты воняешь. Не твои сигары. Да. Как ты нашел меня? Через одну общую знакомую. Привет, Найт. О, нет, нет, нет. Да подожди. Салли, запри дверь. Она нас здесь не достанет. Помолчи хоть минуту. Выслушай. Спасибо, Виктор. Ты уж прости, Салли, но ты плохо разбираешься в людях. Особенно в женщинах. Не, ну она что, она предала нас тоже, что ли? Кошмар. Да, да ладно. Не все так плохо. Вот, даже личное ведро. Раньше-то было одно на 8. Слушай, Нейт. Я очень признателен, что ты ко мне заглянула. Но если бы вы с Флином так подло не подставили меня, я бы не гнил 3 месяца в этой вонючей дыре. Так что прости, что не спешу, ну, прижать тебя к груди. Я ни в чем не виновата. Ну да. Я говорила. Он не станет меня слушать. Ладно. Нейт, корабли найдены. В Борнео? Да. И в Чинтамане тоже? А ты откуда знаешь? А ты думала, Флинн сам обо всем догадался? Думаю, что да. Но камень они не нашли. Что значит они? Флинн и его клиент. Лазаревич. Ну тот, чокнутый. Они с самого начала были заодно. Вот как. Вот так. Камень они не нашли, значит, у нас есть время. Ты отведешь нас к ним. Перехватим сокровища у них из-под носа. Этого они не ждут. Ну да, месть сладка. Ладно, хоть из тюряги вышел. Вот. Его звали исполняющим желание. Он священный. То есть вроде как святой Грааль. Именно. Спасибо. Салли, послушай. В землях Шамбалы сокрыты величайшие из земных драгоценностей. Чистейшей воды сапфир синего цвета. Человеку не обхватить его даже 2 руками. Это же целые миллионы. Сотни миллионов. Есть еще дневники? Очень много. Лазаревич платил очень дорого за дневники Марко Поло. Он искал камень Чинтамани долгие годы. Видишь, когда поиски такие долгие были. Камень, то будет искать еще 100 лет. Если доберусь до архивов Лазаревича, я найду этот камень. Не горячись, ковбой. Это проще сказать, чем сделать. Архив в его палатке, а палатка в самой середине лагеря. Там очень серьезная охрана, солдаты. Повсюду. Ну, поэтому нужен свой человек. Которому они доверяют. Какой свой человек? А, ясно, вижу, к чему ты говоришь. Их надо отвлечь. Мне нужно на 5 минут влезть в палатку, вот и все. Всего 5 минут? Прекрасно, даже раздеваться не придется. Хлоя, может, просто что-нибудь взорвешь? Взорвать? Ну, это просто. Ты с нами? Разумеется, я готов на все. Вот так вот, ребята. Сейчас будем палатку эту потрошить. Борнео. Хлоя, как слышишь? Хлоя, как слышишь? Слышу хорошо. Мы уже близко. Да, супер, но это будет в другой, следующей серии, ребята. Всем счастливо и пока. Поставьте лайк видосику и увидимся в Борнео.